открытый ринг по тайскому боксу среди новичков. Все ребята без соревновательного опыта. И для них это был огромный опыт. И почувствовать ринг, почувствовать соревновательный накал, скажем так. Потому что бои получились действительно на уровне соревнований. Все ребята выходили в ринг рубиться, рубиться жестко и до последней капли крови, что называется. Вылаживались по полной, физухи не хватало, техники не хватало, но это не мешало им бить сильно, много, часто и с огромным желанием к победе, скажем так. Подписывайся на канал, делись видео с друзьями, забирай видеокурсы и занимайся тайским боксом. Настойчивости в тренировках. Онлайн-курс от новичка до воина Муай Тай за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Муай Тай. Ссылка в описании под видео. Thank you.